Привет всем! Все, я готова ехать на тренировку. Сейчас я езжу вот таким образом. На переднем сиденье костыли и тутор. Это все необходимо для того, что если вдруг остановят, я предъявлю документы о том, что я после операции нуждаюсь в восстановлении. И, собственно, вот атрибуты. Нет. Соскальзывает мячик. По-моему, сейчас... Держи, держи. Задача удержать меня. Видишь, на ноги как болтают. Можешь, нет. Я тебе сказал. Нет слова такого, не могу забыть его вообще. Пятками вверх, максимально. Потолок хочешь продавить прям? Хватит там бурчать, давай, дави в потолок. Давай. Чуть-чуть колени согни. Давай, еще не сдавайся. Выше, ну! Молодец. Вот, молодец. Все равно корпус вот здесь гнешь. Чуть-чуть плечо вниз опускай. Вот, сейчас супер, перфект. Держи положение, держи. Супер. Стоп. Итак, какие выводы можно сделать после 5 недель реабилитации? Во-первых, нужно избавляться от стереотипа оперированная, больная нога, еще как-то ее называть. У меня есть только левая и правая. Все, больше никаких других ног нет. Это поможет в дальнейшем скорейшему восстановлению. И вообще не нужно разделять на больную и на здоровую ногу. Здесь только левая и правая, повторяю. Вот, как я уже и говорила, все упражнения я начинаю делать с левой ноги, чтобы подтянуть к себе по силе правую. Ну, все упражнения, которые я вам показывала, вот мы их выполняли. И до этого какие делали? Мелкие разминки, там растяжение, все такое. Дома я стараюсь выполнять упражнения, если без гантелей и тяжести, то хотя бы просто растяжку. То есть даже сидя на диване, когда ноги стоят на полу под углом 90 градусов или там чуть меньше, чуть больше, я стараюсь этот угол
увеличивать. Сначала чувствую легкий дискомфорт, потом привыкаю и делаю дальше. Ну, пока все. Из препаратов, из медицинских подключила кальций. Продаксу закончила пить. В общем, все. Вот такие результаты. А, ну вот, вы видели ударно-волновую ручную. Сделали. Банки один раз ставили. В Алмате карантин. Говорят, что начнет снижаться окончательно к июню. То есть все тренажерные залы откроют, скорее всего, в июне. И хотелось бы, чтобы побыстрее просто снизили карантин, то есть собирательство в общественных местах. Нам достаточно будет тренировки на стадионе, на площадке, чтобы можно зацепить TRX, поработать с собственным весом. Пока этого будет достаточно.